Хотите стать богатым? Это реально, благодаря новой программе «Народное IPO». Если 5 лет назад мы даже и не мечтали о покупке акций крупнейших предприятий страны, то сейчас они стали для нас максимально доступными. Доказательство этому является сегодняшняя встреча руководства акционерного общества «Кастранс Ойл» с потенциальными инвесторами. Они рассказали, кому по карману ценные бумаги, а также ознакомили всех с процедурой подачи заявок на покупку акций компании. Подробнее в материале Дана Марат. Акционерное общество «Кастранс Ойл» – это компания, предлагающая акции нашим соотечественникам и пенсионным фондам в рамках программы «Народное IPO». Представители «Кастранс Ойл» провели презентацию не только в нашем городе, но и в городе Абай. Встреча с абайцами состоялась вчера, где специалисты рассказали о том, насколько выгодно вкладывать деньги в акции их предприятия. Ну, выгоды от приобретения акций, они очевидны. Это получение, значит, дивидендов и получение прибыли при продаже акций, при повышении цены акций на фондовой бирже. По словам руководства данной компании, работа по разъяснению программы народного IPO на этом не закончилась. Организаторы намерены посетить и другие города нашего региона, а точнее город Шахтинск, Темиртау и поселок Атасум. А сегодня встреча в крупном масштабе прошла в Карагандинском экономическом университете. В данной презентации приняли участие представители разных организаций. Компания вот уже 14 лет занимает стабильный рост. Хотела выйти на рынок и предложить гражданам Казахстана разделить этот успех и стать акционерами. Так отмечает генеральный директор акционерного общества «Кастранс Ойл» по экономике и финансам Азиз Елеуф. Итак, 6 ноября были открыты так называемые книги и начата подписка на приобретение акций. Это все продлится в течение одного месяца. 5 декабря ровно в 17:00 эти книги будут закрыты и нельзя будет уже купить ни одной акции «Кастранс Ойл». Затем будет сложный механизм распределения этих акций каждому. Для каждого будет готовиться вот такой вот квиток информационный, в котором будет сказано, что вы становитесь акционером и у вас на счету такое-то количество акций. Это произойдет ориентировочно к 15 декабря, к 14 декабря. Также Азиз Елеуф в ходе данной встречи рекомендовал всем быть внимательнее, то есть не стать жертвами мошенников. Напоминаю, что каждый житель нашей страны может быть допущен в качестве участников народного IPO. Для этого нужны такие документы, как РНН, удостоверение личности, ну и, конечно же, деньги. Покупаешь акции и ждешь прибыли. Такой вид заработка требует немало терпения и времени, добавило руководство. Программа скажет, вот дайте мне 20 тысяч, и я вам завтра акции привезу. Никаких наличных. Это все в безналичной форме, все это очень серьезно. Это РНН, это ИИНы, это удостоверение. Пожалуйста, если есть минимальные сомнения, ни в коем случае не ввязывайтесь ни во что. Стоимость одной простой акции «Кастранс Ойл» в ходе первичного размещения на организационном рынке ценных бумаг составляет 725 тенге за одну акцию. Решение участвовать в народном IPO теперь за вами. Дана Марат, Баужан Алипов, Евгений Афанасьев, Первый Карагандинский.